Авария на Чернобыльской АЭС потрясла весь мир. Теперь четвертый энергоблок надежно изолирован. Вскоре мятежный реактор будет окончательно захоронен. В административном здании АЭС собрались энергетики. Они обсуждают вопрос, когда первый и второй энергоблоки станции снова начнут давать промышленный ток. У воинов советской армии свои проблемы. Ко времени пуска станции вся 30-километровая зона должна быть полностью дезактивирована. С воздуха обрабатываются дороги, поля, сады. С земли дезактивируются дома. Как когда-то их деды ставили свои подписи под фразой «Проверено, мин нет», так сегодня молодые солдаты оставляют автографы на заборах крестьянских усадеб. И животные, и птицы как бы торопят: «Скорее верните нам людей, верните нам хозяев». Командование счастья предоставило нам краткосрочный отпуск на родину. Но по зову сердца, по совести, мы чтили здесь, на родной земле Украины. Все воины нашего подразделения полны решимости побыстрее сделать то, чтобы на этих дворах, улицах появился детский смех, появились дети, больше гуляла молодежь. И, конечно, было бы весело. Вся страна помогает чернобыльцам. Совместными усилиями последствия аварии будут ликвидированы, и люди вернутся на эту землю.